Начался роевой сезон. Ну, хочу показать, как я обрабатываю ловушки. Всегда их обрабатываю перед тем, как ставим. Уже половину я обработал, зарядил. Ну, на видео покажу одну. Принцип на всех одинаковый. Ловушки уже завтра будем ставить. Значит, эта ловушка у нас из серии «Дешевая ловушка». Есть видео. Значит, обрабатываю сюда ловушку. Литок снаружи и литок внутри. Ну и воском всю ловушку. Покажу, конечно. Снаружи. Теперь таким же образом снутри. Ну и стены также тоже для запаха. Раз, тут. Ну также на дно покапал воском. Ну а самое основное это снаружи прополисом обработать, который дает запах. Если есть холстик, можно холстик. А если холстика нет, то прополис. Можно так нагревает прополис и обмазывает. Потому что прополис это самый хорошая приманка. Так, обработали. Теперь покажу, как я их заряжаю. Заряжаю я в основном одной вощиной. Так как рой хорошо тянет вощину, ну уже польза хорошая. И если рой пересаживать в улик с хорошими рамками, если здесь ставить вощину, рой оттягивает, то хорошие рамки сразу пересадить с ними в улик. Рамки ловушки ставлю уже, которые второй раз выбраковывал. Когда убираем сушь на выбраковку, здесь остается воск. Вот этот воск я горелкой обжигаю, и воск впитывается в рамку. Уже рамка сама по себе пахнет хорошо. Значит, вставляю 4 рамки лощины. И рамку суши. Здесь у нас 5-рамочная ловушка.
Дальше. Каждую рамку я не прибиваю. Накрываю я сначала пленкой. Вот так. Потом сверху саморезом или двумя прикручиваю не в рамку, а между рамок плашку, на которой лежат рамки. Для чего это делается? Когда привезли рой домой, вы сняли крышку. Под пленкой вы можете посмотреть, какой у вас рой, сколько улочек он занят. Хотя бы так. И открутить рамки пчела вам не будет мешать, потому что она под пленкой. Когда вы открутите рейки, тогда уже снимете пленку, можете пересаживать смело пчел. Все. Прикручиваю рейки саморезами. Ближе покажи. Ну вот я двумя саморезами прихватил. Все, теперь ложу как бы утеплитель, чтоб сильно солнце не грело крыши. И накрываю. И опять же тут саморезами. Сюда покажу. С этой стороны. Ловушка готова. Вот. Таким же образом все обрабатываем, все. Разницы нету, какая бы ловушка не была. Ну, сейчас покажу то же самое, ловушка дикий мед. Там просто рамок нету, чуть-чуть, крышка по-другому. И все. На нее есть ссылка, как я обрабатывал ее, когда топил воск. Не ссылка, а видео сейчас включу. Покажу. Работаем воском на ловушке. Ловушка у нас дикий мед, который. Вот тут очень хорошо их обрабатывать. Заодно напор воска идет. Все, она обрабатывается идеально. Идеально. Все, это остывает. Еще одна. Таким же образом. Ну и еще чуть-чуть идут на рейки, на которые будут языки делать пчелки. Обработка та же самая, метод. Так, литок. И вот это ж наша крышка, вот она. Видишь крышку?
Хотя она обработана, но ее можно подогреть. Машинку делать не буду, потому что тут есть вот старые рамки. Следы остались. Ну, еще чуть-чуть добавим, так, дорожку сделаем. Все, обработали. Литок, хотя здесь холстик есть, холстик с роемнем, запах у него роевой. Внутри тоже стенки воском обработали для запаха. Ну и все, крышка у нас воском обработана. Все по размерам, 3,6 между сотами. Кстати, видео есть, ловушка дикий мед, да. Крышку я переделал, и еще была обмотана пленка, я еще скотчем намотал. Скотч он погрубее, не рвется. А стрейч пленка, она слабенькая, вот она, попорвется в дерево. Ну и все, устанавливаем напротив литка. Пауза. Так, ну и собираем ее тоже, пленочка для подстраховки. Утеплитель, чтобы жарко не было. Ну и маскировочная пленка. Хотя можно погрубить что-нибудь. Остаток. Надеваем кольцо. Все, ловушка дикий мед готова. Обработана. Можно устанавливать. Все, завтра вот эти ловушки поедут. Первый раз, как первый класс. Эти на очереди, все разные. Ну, еще дикий мед одна. Ну, чем рад, помог, подсказал, как я делаю. Следующие видео будем ловить раи, покажем. Так что, кому полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте колокольчик. Все, всем пока.